Для тех, кто хочет закупиться играми, заходите в мой магазин. Здесь большой выбор лицензионных ключей и аккаунтов к играм по лучшим ценам. А для любителей поиграть в GTA Online в магазине имеется недорогая и качественная прокачка. Все это и многое другое в моем магазине. Ссылочка в описании. Всем привет, братишки, с вами Механик, и сегодня новенькая серия «Будни таксистов» в City Car Driving. Я думаю, что многие из вас уже узнали эту машину, которую мы выбрали в прошлой серии. Машина просто огонь, улетная тачка. И перед тем, как мы начнем бомбить на ней, в это видео попадают следующие крутые комментарии. Ставь лайкосик и пиши крутейший коммент, если тоже хочешь попасть в видео. А я не жду ни секунды, потому что вы видите, уже заказ есть, уже. Надо заводиться. Со сцепленницем. Так, задняя передачка есть. Стартуем. Нифига не вижу с тонировкой. Очень плохая видимость, ребят. Очень плохая видимость. И машина заглохла, потому что я... Короче, сцепление, походу, надо поменять. Что-то слишком она какая-то непонятная. Но руль легенький, все круто. Поехали, что ли? Так, сейчас включаем фары. И пристегнуться надо. Оп. Все, все четко работает, что еще вообще надо? Так, где разворот у нас? Вот тут разворот, сейчас будем разворачиваться. Хотя, мне кажется, можно было и там развернуться. Почему нас навигатор сюда отправил, я понятия не имею. Но пофиг, разворачиваемся. Плавненько, вот так вот, раз. Оп, чуть не нарушил. Все, спокойно катим. Надо успевать, потому что 700 метров нам до клиента ехать. Сейчас заберем кого-нибудь там и поедем по новому маршруту, поедем дальше. Так. Оп. 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 Все четенько. Опача. Так, сюда, сюда, сюда. А, куда, куда, куда едешь ты? Мерседес, ты че, блин? Офигел, что ли? Думаешь, на Мерседесе все можно? Пацаны, не надо так. Вот это нафиг не надо. Вот это ваши понты тупые. Они нафиг не нужны. Ну, Мерседес все можно. Ну, какая разница-то? Какая разница? Ну, перебежчик сейчас какой-то был там. Так, перестраиваю сюда. Осталось всего лишь 300 метров нам. Это просто фигня. Сейчас в горочку нам вытянуть главное. У тебя есть ровно 3 секунды, чтобы подписаться на канал. 1, 2, 3. Успел? Красавчик. Оп, оп, вот так вот, нормас, вообще тачка мне очень нравится, идет просто на ура, вообще отличная точила. Сейчас как раз час пик, так, заворачиваем сюда и где-то здесь должен быть клиент. А где клиент? Не вижу клиента пока, может бабушка вот эта какая-нибудь? Смотрите, на третьей передаче тронулся, на третьей передаче, пацаны. Так, давайте притормозим сюда. Сейчас кто-то, наверное, сядет к нам. Я понимаю, что нельзя тут стоять. Ну а что делать? Сюда приехал наш навигатор. Ну как приехал? Привез нас сюда наш навигатор. Так, что там? Есть? Есть? Нет? Есть? Есть? Нет? Нет? Есть? Никто не хочет садиться к нам. Я не понимаю, почему. Может, потому что в салоне напукано? Или в чем проблема вообще? В чем проблема? Бензин кончается, двигатель у меня не греется. Все нормально, едем дальше, что ли? Или что делаем, я не понимаю. Короче, как говорится, ну, мы ожидаем, да, но мы не можем ждать вечно. О, новый маршрутик, отлично, отлично. Новый маршрут, это всегда круто. Я вот это люблю, знаете, это гораздо лучше, чем стоять. Может быть, нам какую-нибудь там закладочку кинули. Чё? Я не знаю вообще, что происходит просто. Это уже который раз происходит такая тема, что диспетчер мне присылает, говорит, так, езжай вот сюда. Вот сюда езжай. Я приезжаю, там тишина, просто никого нет. Так, давай, давай. Вот так вот, на первой передаче хотел ускориться максимально, но не получилось просто. Не фартануло, как говорится, не получилось. Так, тормозим, потому что тут человеки ходят. Так, давайте ждем человеков, пока они пройдут. Банч! Просто стартуем.
Не, тачка мне очень нравится, реально, пацаны. Вот эта тачка гораздо круче семерки, потому что это пятнашка. Это почти в два, даже больше, чем в два раза больше. 15 это в два раза, это на 8 больше, чем семерка. Это, понимаете, маленький урок математики от механика сегодня у нас. Так, мы едем на колечко. Колечко, колечко, кольцо. Первая передача. Я просто боюсь, что заглохну, поэтому... Стоять! Куда ты вообще прешься? Не знаю, кстати, что здесь... Что здесь, какое правило на этом кольце? Не понимаю, кто главный, кто не главный. Тихо, автобас. Тихо, тихо, тихо. Так. Хотя мы не будем пропускать, мы... Вот... Вот так вот, короче, просто... Просто дико проехал, вообще всех нахлобучил, всех просто нахлобучил. Сука, дикий таксист, пацаны, дикий таксист сегодня у нас. Соточка по городу, четвертая обошла вход, надо тормозить, походу там что-то какой-то кипиш впереди, да, что-то машин много. Че машин так много у нас впереди, нам еще 600 метров ехать, нормально, успеваем. Так, тихо, оп. Опача, опа, нифига там человек был, чуть человека не сбил, а, обалдеть просто. Так, сейчас мы прямо, кажется, проезжаем по кольцу, второй съезд. Да, прямо по кольцу проезжаем. Оп. 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 Куда выперся на своем форде, блин? И включаем поворотник. И поворачиваем. Все элементарно и просто, пацаны. Все элементарно и просто. Дубасим дальше. Так, может разъедетесь чуть-чуть, а? Вы что? Не разъедутся, понятно. А что-то такое, пешеходный или что? А, нам все равно поворачивать. Ну, раз поворачивать, то в принципе пофиг. Не будем тогда наглеть, тут нарушать сильно. Опять сломалась у меня вот эта штука, пацаны. Опять сломалась. Так. Опача, приехали. Давайте сюда тормознем. Тормознем вот так вот. Вот так вот, тормознем. Все, ждем. Ждем клиента, получается. Наручник поставил. Ждем клиента. Пока можно выйти. Как бы, ну там, пописать, покурить можно. Ну, кто это самое. Ну, я не советую вам. Ни то, ни другое, как бы нафиг оно надо. Вот такая вот пятнашечка, если кто вдруг не видел прошлую серию. Блин, вообще есть такие люди, кто не видел прошлую серию? Если вы есть, обязательно вам нужно посмотреть прошлую серию сериала, ну как, ну пускай, да, пускай будет этот, как там, Будни таксиста, пацаны. Лучший, пожалуй, лучший сериал на этом канале. Так, вот так выглядит тачка. Ну, реально, видите, что она прям в отличном состоянии. Даже задние фонари отполированы. Номера, кстати, вот такие. Запомните номера, если увидите где-то в городе. Передавайте привет. Шучу, это всего лишь игра. Так, давайте обратно в салончик вернемся. Я предлагаю чуть-чуть начать ехать куда-то. Я бы такое, что где-то кофейку попил. Потому что, ну, что-то работа работы, как говорится, обед по расписанию. Так, как мне там посмотреть взад? О! А у меня новый маршрут, ребят. Ёшкин кот, ты... Ты чё, блин? Кусок идиота, ты куда врезался в меня? Ё-моё, две тачки просто. Один дебил и второй дебил. Ну где они права берут, эти идиоты? Я вообще понять не могу. Короче, идите-ка вы в жопу, разбирайтесь сами. Я просто уехал. Я бампер поменяю за 3000 рублей, а может быть даже и полирну его сам в гаражике, поэтому мне вообще пофиг на вас. Так, а мы не можем вот тут вот сейчас... Пацаны, смотрите, по-моему, ход конем придумал я и заглох. Потому что надо было на первый делать это. Понял? Все понял. Так это не работает. Так, наглость, второе счастье, поэтому я несчастен.
Но это не важно. Так, давай, давай. Ну дай вперед чуть ты, паскуда, блин, на Опеле. На жопеле на своем, а? Крыса, блин. Просто кусок идиота. Ну что? Вот им, неужели ему трудно было? Ладно, я не буду бомбить. Не буду. Нафиг оно мне надо. Чувак, ну давай ты на Ауди только на своей. Не надо вот это вот. Ну чё ты пыжишься? Ну чё ты? Ну дай ты проехать. Ну... Давай на жопе или на своё. Пошёл. Так, пацаны, ну это просто свинство какое-то. Вы смотрите, я ни тут не проезжаю или... Я попробую, короче. Но я не проеду. Очень близко к жопелю. Есть вероятность цепануть. Или, может, нет. Но в любом случае я его сейчас объеду. Мне вообще пофиг. Вот так вот я объеду его аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жестко. Жестко. До Волги чуть-чуть осталось. О! Нормас. Просто вообще красиво сделал. Нахлобучил его, вот этого наглого, напыщенного урода. Потому что можно быть человечным и просто пропустить меня. Я езжу как дебил, но мне можно, потому что я есть. Ну, я водитель, как бы таксист. Так. Вот тут опять какой-то кипиш непонятный, да? Тут светофор не работает, а мне надо срочно вот туда повернуть. Просто езжу как идиот какой-то. Но мне можно, реально. Так, смотрите, что делаем. Оп! Все, пошел. Все, ну кто что скажет? Ну кто что скажет мне? Никто ничего не скажет. Они видят, что я таксист. Мне ничего нельзя сказать. Так. Тормоз в пол, чтобы не сбить пешеходора. Вторая передача и пошел просто в гору. Слушайте, ребят, ну мне очень нравится тачка. Она офигительная. Она очень крутая, реально. Она прям вообще бомбезная. Тачка огонь, реально. Ну, полирнуть там бампера в пару местах. Ну, это жизненная ситуация. Ничего такого удивительного здесь нет. Я думаю, тот, кто много ездит, так или иначе попадал в подобные ситуации. Там притерся, тут притерся. Сами понимаете, город большой. Постоянно приходится ездить вот эти пробки. Ну, в них по-другому никак. Вот что ты посередине едешь? Ты баклажан тупой. Ну кто? Вот кто его научит, кроме меня? Ну кто его научит ездить, кроме меня? Ой, тут вообще пробина. А, елки-палки. Сейчас за автобасами будем пытаться что-то как-то... Куда-то, кого-то как-то. Так, успею я пристроиться за автобасом-то хоть? Вот посмотрите, вот между ними прям место дофигища, реально. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай, пошел. Давай, пошел, ну что ты встал-то? Ну, ты кретин просто, вообще. А-а-а, заглох! Блин, я глох, ну почему-то. Что я на третьей передаче, наверное, поэтому. Так, куда мне, куда? По кольцу туда, понятно. Давай, по колечку. А, пофиг, тебя объеду сейчас. Так, эти поворачивают, а мне, получается, мне сюда надо. На второй не хочет нормально тачка ехать, приходится постоянно вот так вот первая, вторая перебирать, потому что первая короткая. Фух, тупо отвлекся на секунду, потому что что-то телефон, кажется, зазвонил мне. Ну там, вот такие звуки издает. Я отвлекся, чуть не впилился, но, понимаете, реакция мангуста просто. Реакция мангуста позволила мне реально сохранить жизнь себе и здоровью автомобилю. Или наоборот. Так, пацаны, я паркуюсь. Нет, не паркуюсь. Не паркуюсь. Нет. Я вижу заправку впереди. А это значит, что можно попить кофей. На заправке есть кофей по-любому. Или здесь нету? В смысле, что, реально нет, что ли? Подождите, ну что-то есть. Какие-то напитки есть. Сейчас что-то... Ну, сок какой-то. Блин, ну хотелось кофея попить. Сейчас, ладно, я где-то здесь вот паркануся, пойду посмотрю, что там есть. Сок, не сок.
как говорится, сок на сок. Так, заглушу, чтобы не тратить топливо. Сами понимаете, работа таксиста, она такая, что лучше топливо не тратить. Так, сейчас пойду попью кофе. Ребят, пошел пить кофе. А вы ставьте свои огромные пальцы вверх, пишите ваши крутые комментарии, если вам понравилось это видео. И обязательно жмите колокольчик и подписывайтесь на канал. И даже если вы подписаны, проверьте, нажат ли у вас колокольчик, иначе вы не получите уведомления о новом видео и не увидите его. Прикиньте как. Короче, давайте, всем пока.